Всем привет, кисы и коты! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы посмотрим видео про реальную, настоящую куклу из игры в кальмара, а также про Хаги-Ваги в реальной жизни. Не может такого быть! Он настоящий! Как так? Такого мы с вами точно еще не видели. Все, кто поставит лайки за 3 секунды и подпишется на мой канал, к вам сегодня ночью не придет Хаги-Ваги. 3, 2, 1... Ноль. Поставили? Молодцы. Ну, а мы начинаем. Вау, я думала, это Cartoon Cat. А, нет, это распорядитель, собственно. Какой-то он слишком модный здесь. Кукла из игры в кальмары влюблена в него. Я, кстати, не удивлена, я предполагала данную связь. О! Где они достали такой крутой костюм? Ну, это как бы Хаги-Ваги, да. С тем синеволосым, голубоволосым и той его подружкой рыжей девочкой. В общем, это все персонажи, которых мы видели в мультиках, они теперь все здесь. О, нет, 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 они ее... Посмотри в зеркало. Ой, что вы натворили с ней? Она же, может, макияж делала 5 часов, а вы вот такое с ней вытворили. Пойдем, говорит, мы тебя приведем быстренько в порядок. Мне кажется, они прям сейчас намудрят такое с ней, что она станет еще ужасней. А-а-а! Я так и знала! Вот же подстава. Но он слишком крутой, этот распорядитель. Он, наверное, вообще будет просто в таком шоке сейчас. Но у него маска, я не совсем могу понять его эти... Но он убежал. Может быть, от любви большой. Может, просто сильно она ему нравится, он так стесняется, что убегает. Но это не так. Он убежал, потому что испугался. И что, куда ты посмотришься? Боже, надо было сразу так сделать. Она их точно теперь... Пык, пык, пык. О, все нормально с лицом. Он сидит, думает, какая она была красивая. А, она думает предложить. Ой-ой-ой, какие у нее мысли. Итак. Опять они ее отвлекают. Почему они не хотят, чтобы она была с ним? Ой, они сейчас ее вообще так подставят. Слушайте, ну а что? Ну, вы знаете... Может, она им покажется супер необычной. Разрыв шаблона – это тоже всегда хорошо. Не обязательно быть всегда хорошей. А он скажет, что за необычная женщина, которая такая странная, то она красится странно, то подкормит меня какой-то острятиной. Что-то в ней есть. А то она была бы всегда хорошая, обычная. Что бы за скука такая? Оп-оп, мы можем увидеть его лицо. Но самый-то прикол, знаете, в чем? Что он ее точно никогда не забудет. Никогда. Макияж сработал, курица сработала, у нее вода, я надеюсь, это вода. Я надеюсь, это вода, а не какая-нибудь кислота. Так, все, они сбежали. О, зачем они ее схватили? Зачем они ее схватили? Опять что-то хотят с ней сделать, сволочи. О нет, опять супер макияж. А с брекетами это еще больнее. О, я же говорила! Я же говорила, что так и будет. Так и будет, я говорю. Разрыв шаблона это не всегда плохо. Если ты покажешься какой-то там не такой, может быть, а вот ему, может, такое и надо. Правда. А если бы она старалась быть хорошей, то ничего бы не вышло. Вы понимаете, что это любовь? Сработала! Как это круто! Она такая, она у нас... Она у нас такая флиртовщица! О, я, кстати, тоже такая... Ну и шо, ну и шо? Ну а шо? Что-то такого? Ладно, смотрим сюжет. Так, опять я не решу... А что? Вот вам заняться втроем нечем, да, вообще? Я не могу понять, что вы пристали к милой даме, которая ходит и наслаждается жизнью? Камнем. Вы ненормальные. Вас за это в тюрьму могут, кстати, посадить. Чего вы ржете-то? Что с нами было? Я думала, они очнутся сейчас в каком-нибудь подвале. Что вы решили делать? Пи... Что? Кто-то может застрелить куклу из игры в кальмара? Подожди, говорит, сейчас я разберусь. Чего вы такие злые? Вставайте, вставайте
Я говорю, сейчас тебя буду защищать. А, давай. Не зря я с тобой флиртовала. Раз, два, три, четыре. Стоп! Ага, план не срабатывает. Но зачем стрелять, если они не шевелятся? Это нечестно. Погнали! Подстава, сейчас будет банан, сейчас будет банан. А у них вообще все нормально. Давай быстрее, ешь свой банан уже. Бросай. Бам. Осечка, пожалуйста, не шевелитесь. Тихо, не шевелитесь, я понимаю, у вас любовь. Не шевелитесь. Опять не сработало, отлично. Клей. Клей? Зачем? Они сейчас просто приклеятся. Бегите скорей! Только оббегите клей, я вас прошу. У них вообще все прекрасно. Ох, все. Туфельку можно снять. Туфельку можно снять. Туфельку снимай. 7, 6, 5, 4. Она говорит ему, уходи, ты должен спастись и бла-бла-бла. И все такое прочее. Она его выбросила за линию. Какая она бесстрашная. О, они в нее стреляют. Но кажется, ее невозможно убить, я надеюсь. Не может такого быть. Не может такого быть. Сейчас он им отомстит всем. Ну а что, ее-то уже не вернешь. Такая кукла из игры в кальмара была только одна. Так, кажется, она ожила и решила нормально так подкрепиться после этого всего. Ну а что? Стресс нужно заесть. Что ты делаешь? Ну а что, она ест. Что тебе не нравится, парень? Следующий день она тоже ест. Ну, не кажется ли она поправилась немножечко? Да! Вот это да, за один день, да? Ну, так, наверное, очень много она ест. Эклеры. Как вы, скажите, накачивали попу? Сколько отжиманий, приседаний делали в зале? Не знаю, сколько приседаний, я накачивала попу эклерами с кремом. Так! Может, и яблоко хочешь? Не, уберите яблоко, только высокоуглеводная диета. Что с ней произошло? Диетический план решили разработать? Да, говорит, давайте. Нифига она поправилась. Итак, о боже, поправиться на самом деле очень легко. А вот сбросить это все очень сложно. Итак, бежим с дьяволом. Пробежали чуть-чуть. Она почти, почти. Ну сколько? Ну сколько? Уже пинками. Я не знаю. Если бы у меня была такая группа поддержки, я бы, наверное, уже была качком. Самое сложное заставить себя. Все. Спортсмен накрылся. Зачем это? Мне кажется, они ее привяжут сейчас к машине, и она будет бежать. Что они решили с ней сделать? А, они ее напугали, и она тут же побежала. В общем, они гоняются за ней, она такая... Куда она убежала дальше них. Мне кажется, она вернется уже худой. Приветик. Чуть-чуть ты похудела? Ах ты, ну конечно, давай, можно и поесть. Никто ее тут не найдет. А, они нашли ее! Эй, мы здесь. Хватит жрать. Они ее отлупили за то, что она ест.
Все, короче, думаю, с ней все бесполезно. Пойдем-ка отсюда, ребята. Вот такое видео у нас сегодня было. Я надеюсь, вам понравилось. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю. Целую. Пока.